Более 100 квартир в минувшие выходные были впервые открыты своими хозяевами в Алекминском районе. Здесь подводят итоги программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Более 30 лет работает в Алекминском районе компания «Дороги Алекмы». За это время построено около 70 объектов. В программе «Ветхое аварийное жилье» мы вводим 4-й дом в этом году. Порядка 200 квартир в общем люди получают. Новоселы с нетерпением ожидали этого дня, ведь совсем недавно благоустроенная квартира для многих была только мечтой. На улице похолодало, поэтому кошки дожидаются своего часа. Но семейные традиции запустить домового вместе с теплом были. Домовой, домовой, пусти не ночь ночевать, а ветви ковать. Рады? Да, конечно, очень даже. Тем более мы же с печным отоплением жили, все время печку пили. Холодина невозможна. Вот сейчас вообще не знаем, на работу даем. Стоит отметить, что оба подрядчика алекминские. На сегодня они справились с поставленной задачей. Все-таки строительный комплекс в Алекминском районе развивается. И это, конечно, радует. И мы надеемся, что будет продолжение этой программы по переселению. Потому что ветхих аварийных домов, к сожалению, в городе Алекминск очень много. Тем временем вручены ключи, и жильцы торопятся уже в свои квартиры. У каждого свои планы и идеи. Через несколько дней пустующие пока комнаты наполнятся голосами. Обустроится быт, и дома живут, даря своим владельцам тепло и радость. Елена Фаст, НВК Саха, Алекминск.